Дальше. Информация по поводу палаточного городка. Много людей у нас записано, да, но дружинников не хватает. Рядом стоят палатки молодой гвардии, это Арсен, как фамилия? Клинчаев. Арсен Клинчаев, да. То есть, когда мы проводили активную деятельность, да, когда представители Евромайдана в Луганске собирались ежедневно возле памятника Шевченко, мы каждый день появлялись, да. Вот Арсен пытался к нам, к нашей деятельности, как бы идти параллельно. Когда да, выдавали, многие политики и организации выдавали нашу деятельность за свою. Когда опасность спала, да, он поставил, создал свою организацию, либо же она была, называется «Молодая гвардия». Очень жаль, что такое название портится. Вот, поставил рядом с нами свой палаточный городок. Появились люди, между прочим, те, которые часть находилась с нами в одной форме, новой экипировки, да. То есть они сразу же, как только поставили палатку, сняли красивый видеоклип, как они демонстративно пилят дрова, ну, обгораживают быт.